В моих руках активатор клёва со вкусом ваниль, ванилька. Ни разу не пробовал. Активатор клёва пробовал, а вот со вкусом ванильки ни разу. Выпускается он в таком вот флаконе. Емкость 20 мл. Здесь написано добавить 3-5 капель активатора на 1 кг готовой прикормки. Ловить буду вот здесь, кормить пока что я ее не хочу. Просто попробуем сейчас, работает активатор клёва или нет. Закинул удочку, 5 минут подождал, не клевал у меня. Сейчас попробуем с активатором клёва. Какой-то он синего цвета. Пахнет сладостями. Прям вкусный аромат у него. В качестве наживки я буду использовать белый опарыш. И капну на него одну капельку активатора клёва. Со вкусом ванили. Я думаю, одного опарика достаточно. Берем наш активатор клёва. И буквально одну капельку сейчас прям. Даже пол капли. О, все. Капнул чуть-чуть и хватит. Теперь наш опарик стал сладкий. Ну и делаем заброс. Ловись, рыбка большая и маленькая. Для начала хотя бы клюнь. И то... О, поклевка. Уклейка, уклейка. Блин. С глубины как будто большую тянул. Но первая рыбка есть. Насколько мне сказали, в данном водоеме ее очень много. Поплывок приподнял. Опа! Это что-то неплохое, ребят. Это уже карасевич. Да хорошенький такой. Такого карасика я заберу. Ну что, вроде работает. Буду пробовать еще. Повел, ребят. Это карасевич. Нет, красноперка. Разная разновидность клюет. Как-нибудь я еще попробую в прикормку его добавить. 3-5 капель. Сегодня не хочу пока что кормить.